Всем привет, с вами Даша. Сегодня я вам покажу моего щенка. Сейчас мы его включим. Привет! Меня зовут Кики. Я прибыл с планеты Кибербудка. Я люблю бегать, петь и танцевать. Он так слышит. Моя мама научила меня считать. Поэтому я могу научить тебя математике. А еще я знаю много интересного. Скорее, поиграй со мной. Вот такой у него пульт в виде косточки. Он умеет. Вот. Еще бежать вперед. А еще тянет. Он умеет танцевать. Заниматься математикой. Давай позанимаемся математикой. Я буду спрашивать, а ты выбери правильный вариант. Нажми А, Б или В, чтобы выбрать. Сколько будет 7 умножить на 4? А. 28. Б. 27. В. 29. Сколько будет 40 разделить на 8? А. 4. Б. 6. В. 5. Правильно. Умница. Сколько будет 12 разделить на 2? А. 7. Б. 6. В. 5. Правильно. Умница. Сколько будет 12 умножить на 4? А. 49. Б. 48. В. 47. Правильно. Умница. Он еще умеет задавать вопросы. Сейчас я буду задавать тебе вопросы, а ты выбери правильный вариант. Нажми А, Б или В, чтобы выбрать. Как ходит лягушка? А. Бегает. Б. Прыгает. В. Летает. Правильно. Умница. Что любят делать кошки? А. Играть в клубок. Б. Плавать. В. Сидеть в будке. Правильно. Умница. А еще он умеет петь или рассказывать анекдоты или рассказывать сказки. Мужик и заяц. Это сказка. Шел бедный мужик по лесу, увидал под кустом зайца. Вот удача, подумал мужик. Поймаю зайца, продам. На эти деньги куплю свинушку, она мне десяток поросят принесет. Поросятки вырастут, принесут мне еще по 12. Я их приколю, амбаром мяса накоплю, да продам. На денежки дом куплю, работников найму, да женюсь. Родятся у меня 2 сына, вырастут. Я буду под окном сидеть, а сыновья пусть по хозяйству управляются. Так размечтался мужик, что и не заметил, как зайца спугнул. Вот и остался мужик ни с чем. Сейчас
послушаем, что он еще расскажет. Кто-то мячиком идет над пилом, водником стреляет, кто-то бабушкой крадет, дождит медведчик во дворе. Знаю, взрослые и дети, кто всем лучший друг на свете. Ну, конечно же, давай-ка пройти к нашей дворе. Я веселый щенок, всем лапу подаю. Целый день прыг-скок, я играть люблю. Такой у меня умный пес, с ним можно играть и заниматься. Всем пока, с вами была Даша, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.